Внимание всего мирового спортивного сообщества приковано к Чебоксарам. Завтра в столице Чувашии впервые стартует Кубок мира по вольной борьбе среди женщин. За звание лучших поборются спортсменки из 8 стран. В составе сборной России 16 атлеток, среди них и представительница Чувашии Вероника Чумякова. Она выступит в весовой категории до 58 килограммов. По результатам жеребьевки наши спортсменки попали в группу А. Они сразятся со шведками, американками и фаворитами турнира – японками. В группе Б оказались представительницы Китая, Монголии, Украины и Азербайджана. Предварительные поединки пройдут завтра, финальные – 2 декабря. Соревнования международного уровня Чувашия принимает не впервые. У нас накоплен определенный опыт, и репутация республики в целом, как и в России, имеет под собой прочную основу. Это невероятно здорово узнать о том, что где-то в мире есть люди, которые работают очень усердно для того, чтобы увеличить престиж и уровень женской борьбы. Потому что это действительно означает, что вы действительно большие любители женской борьбы. Благодаря этому число участников, это число растет. Праздник любителей вольной борьбы продлится 4 дня. После Кубка мира в Чебоксарах пройдет открытый Кубок России.